Мы приехали в Мельбурн. Это наш третий порт. Мельбурн вообще считаю самым крутым городом из всей Австралии. Сейчас заехали в Siemens Club. У нас вот такая вот машинка привезла сюда. Я уже рассказывал, что такое Siemens Club. Вот такой специальный бас привез нас в самый центр. Ну, забежали в этот вонючий Siemens Club. Ничего там хорошего, все китайское. Сейчас попробуем найти специальную электричку, которая ходит по всему городу и бесплатно. Крутость этого города зашкаливает. Был здесь последний раз зимой. Было прохладно, это было 5 лет назад. Сейчас я попал летом. Это очень большой город, но, видимо, очень спокойно, потому что нет трафика, нет людей. Или, может, потому что все на работе. И вот такие домики. И вот такие старые трамвайчики, очень классные, прям ретро-стайл. Что самое интересное, все трамваи в городе в любом направлении абсолютно бесплатно. Так что здесь с перемещением нет проблем. Куда надо, туда и едешь, все бесплатно. И не надо париться. А вот и наш трамвайчик. Old school. Прямо раритет. Кайф, кайф. Трамвай, что-то нам рассказывают. Такой же старый, как у нас в России. Надоело ездить на этих трамваях, уже полчаса мы катались, ничего такого примечательного не нашли. Наверное, все-таки надо знать, куда идти, чем просто кататься на старом трамвае, город до город, классное здание. И мы вышли здесь. Грубо говоря, вышли, куда глаза глядят. Сейчас мы здесь погуляем. По-моему, это просто какая-то крутая церковь, красивая. Или католическая красивая церковь. В общем, без разницы. Я бы сейчас тоже покупался. Жарко, 30 градусов. Ну, люди сидят, медитируют. Ну, теперь я даже не знаю, зачем мы вышли. Потому что идти обратно нам минут 40. Google нам в помощь. А ладно, я тут все знаю. Где мы не пропадали? Дойдем, конечно, то хоть город посмотрим, может быть, наткнемся на что-нибудь интересное, что вряд ли. Что-то одни здания, здания, здания. Непонятно только, где пробки? Где машины? Где пробки? Самый час пик. Никого. О, вот это раритетище. Сейчас мы ее снимем. Пак-пак. Кстати, поправочка, трамваи не все бесплатные, бесплатные только внутри города. Допустим, вот эти трамваи уже выходят из зоны, бесплатных трамваев. Что-то мне тетка отвлекла своей болтовней, ладно. Но очень много парков, кругом фонтаны, вот такие вот пальмы и крутые здания, и памятники. Бог знает кому. 1863-го. И чайка. Но я бы все равно здесь не остался. Посмотрели и хватит. Очень большое количество музеев по городу. Только и слышно. Музей королевы.
Вот еще какой-то старый музей. Ну, блин, было бы больше времени, могли бы посетить. Сейчас мы можем только идти вперед и смотреть. Продавать свои глаза. Можно наблюдать много разных таких банкирчиков. Все в рубашечках, в брючках. Прям здесь смотрю, и Джорджо Армяни. Джорджо Армани. Попали мы в какой-то богатый райончик. Ну, вы поняли. Дядька Луис припарковался на углу. На другом углу Гуччи. Только непонятно, зачем мы все это смотрим в городе. Где красоты, где музеи. А нет, вон на том углу припарковалась церковь. Непонятно по архитектуре, что они хотели сказать. Какая-то часть города старая. И сразу за этим старым стоят новые высотки стеклянные. Как-то все в разнобой. Наверное, этим отличается Мельбурн от того же Фримантл, который абсолютно весь старый. И он даже реставрирован специально под старину. Жутко наполненное место людьми. И кафе. Одни кафешки. О! Какие-то крутые лофты. Забрели в райончик. Let's go back. Теперь понятно, что такое даунтаун-то, когда огромные здания не заканчиваются. Они везде. Хотя город очень простой. В нем очень сложно потеряться. Все улицы прямые. Заканчивается наша прогулка, но не заканчиваются эти огромные здания. По-моему, одно выше другого. Это очень чистенько. Хотя у нас тоже дома чисто. А это знаменитый мельбурнский ЖД вокзал. Я его как-то фотографировал 5 лет назад ночью, он очень круто выглядел. Отсюда можно уехать в аэропорт и куда угодно. Ну, хоть людей здесь побольше. Завершение дня у нас молочко местного фермерского хозяйства. Самое интересное, что по ценам здесь вот это молоко стоит ровно $2, и банка колы стоит 3,50. Ну, делайте выводы. И я нашел сальса дэнсинг. Нет, мы сейчас не в гостях у австралийцев. Мы находимся опять в Сименс-клубе. Ну, он будет поприличнее, чем Порт Кембла. Это мельбурнский Сименс клуб. Ну, выглядит как такой неплохой частный домик. Тут тебе и цветочки всякие, и пальмочки, и елочки. Видимо, какая-то бабуля этим занимается. Но самое интересное, что этот Сименс клуб находится на крыше здания. Такое ощущение, что мы в частном доме, но на самом деле это выглядит вот так. Мы находимся посередине этого большого даунтауна в Мельбурне. Вот так они умеют создавать на крыше такой уют. Ну все. Крайний порт Австралии, и едем на Индию. Там уже не будет так интересно.